Так, 6 июля 2024 год. По поводу вступления Украины в Евросоюз, сказали территориальные претензии, там типа будут мешать. Я сказал, что Кипру не помешали вступить в 2004 году в Евросоюз. Территориальные претензии там Северного Кипра, да, так называемого. И опять же, если мы берем, пишут мне потом, 50 лет уже Турция вступает в Евросоюз, никак не вступит. Это не так. Турция подала заявку на вступление, начала переговоры о вступлении и в ЕС в 2004 году. А с 2004 года, то есть прошло 20 лет, и Турция сказала, что мы уже не заинтересованы во вступлении в ЕС. То есть поэтому они так долго затягиваются. Если Украина скажет, что мы не заинтересованы в вступлении в ЕС, конечно, мы тоже их там принимать нас никто не будет. А так, в принципе, совершенно. Потом говорят, у вас там вы в долгах вторая в мире. Страна по долгам вас никто не возьмет. Я посмотрел специально. Мы 58-я страна по номинальному долгу, госдолгу в мире, Украина. А по отношению ВВП госдолгу 38-я. Совершенно нормальный показатель, там 80% отношения ВВП к госдолгу. Не переймайтесь, все будет Украина.